11 августа состоялся очередной рабочий визит в Десногорск сенатора Российской Федерации от Смоленской области Сергея Леонова. Вместе с главой города Андреем Шубиным он посетил сквер у храма Стефана Великопермского. Данная общественная территория находится на этапе преобразования в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Контроль за реализацией федеральных программ со стороны парламентера проходит регулярно. Эта благоустраиваемая зона в списке его посещений уже не первая. И всегда результаты, которые показывает Десногорск, сенаторам оцениваются очень высоко. Действительно, все делается для людей, средства расходуются рачительно, ремонт делается качественно. Подрядчики и те, кто заинтересован в качестве тех или иных ремонтов, они, конечно, делают все возможное и максимально учитывают интересы десногорцев, интересы людей. Я уже неоднократно, десятки раз бывал в Десногорске, и я могу сказать, что Десногорск – это город для людей. По словам Андрея Шубина, секрет добросовестного исполнения проекта в городе – проверенные подрядчики, сейчас сквер находится под ответственностью Рославского ДРСУ, а также в участии администрации при создании проектных карт. На ранних этапах проектирования власти города прибегают к консультациям специалистов. И муниципалитет, мы еще когда на этапах до аукционных мероприятий совместно привлекаем и геодезистов, это тоже проблема, не просто там нужно рисовать, совместно делаем сметы, потом это все проверяется типажами нашим профилями. Не так, что только раньше мы делали. Ну что-то вроде сметы сделали, аукцион разыграли, а потом начинается процесс. Это забыли. Сейчас как бы нет. Благодаря грамотному подходу к строительным работам, десногорским властям удалось расширить количество территорий, входящих в программу формирования комфортной городской среды. Вместо 3 плановых площадок в этом году отремонтировали 5 придомовых территорий и 1 общественную. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.